каждом выпуске «Орел и Решка. Шоппинг» местный житель... Hi. Hi, how you guys? Hello. ...покажет нам места, которые не найдешь в путеводителе. Места, в которых лучше всего можно почувствовать город. Gracias. Всем привет! Меня зовут Дороти. Я живу в Брюсселе уже 20 лет. Я всегда мечтала открыть свой магазин. Их в Брюсселе и так полно, поэтому я придумала магазин-кафе. Здесь продается много крутых урбанистических вещей от компании Freitag. Все эти сумки и прочие аксессуары сшиты из тентов от грузовиков и ремней безопасности. Очень необычно, правда? И все это можно рассматривать и покупать, наслаждаясь вкусным обедом. Мой ресторан работает только днем. Лишь изредка мы проводим здесь вечеринки. Ведь люди сюда приходят ради вкусной домашней еды. Я старалась воссоздать здесь атмосферу старого европейского дома, где так уютно и хорошо. И мне приятно, что местные полюбили это место и часто приходят сюда. Я и вас приглашаю. Если будете в Брюсселе, обязательно приходите к нам. До встречи!